Как тебе произошедшее? Все хотели экстра раунд, чтобы был явный победитель, и была кровь, да. Причем тигренок против стаи тигров, блядь. Это правда, что ты проспорил Биллу 250 кусков? 500. А нет, ты какая машина? Нет, ну он да. А сколько ушло на организацию денег? И я больше, чем ты. Ты у меня главный герой сегодня. Шоу закрыл, денег нет, блядь. Да ну вас нахер, блядь. Как тебе произошедшее? Фу, ну круто, круто. Получилось зрелищно. Самое главное, чего зрители и хотели. Но ну, спорный момент. С одной стороны, мы позвали судей, чтобы они принимали решения, были правила. А с другой стороны, все хотели экстра раунд, чтобы был явный победитель и была кровь. Да. Но за Тёму я болел прям искренне. Хоть и поставил много денег против, но болел, потому что он выглядел как тигр такой. Причем тигренок. Тигренок против стаи тигров, блядь. Это правда, что ты проспорил Биллу 250 кусков? 500. В общей сложности. 500 и еще 100, литвинов. Так, ну а моральное удовлетворение ты получил от этого? Конечно, крутая движуха. Я, иди сюда. Ты как, сам доволен? Нет. Он всегда недоволен. Он все время мне... Я просто во время организации даже, он все время... Это не так, то не так, все не так, блядь. Ну ладно, по итогу же все клево. По итогу все клево, да. Ну, блин, ожидал другого просто. Мне хотелось, чтобы Тарасов дышал лучше. Да. А Дацик пускай хоть и задохнулся, но хоть что-то делал. Блядь, Дацик машина. А нет, ты какая машина? Нет, ну он получал такие удары, блядь. Он не чувствует эти удары. Его били, знаешь, вот его специально его прямо ломали, палками били по голосе. Его нельзя вырубить. У него даже уже там трещины, все, он не вырубается. Поэтому ему как слонодробина. Просто есть кожа у людей, у которой быстро царапается, у него так было видно. Да. Сколько ушло на организацию денег? Мы поделили с Труджимом пополам расходы. Ну, если учитывать еще, что я поспорил на крупные суммы, ну, мне это почти... Давай без спора. 800 тысяч где-то. Ну, то есть с тебя 800 тысяч с Труджимом? Нет, 800. По 400. А, по 400. По 400. Тут просто в зале ходили слухи, что они получили по ляму каждый. Кто? Нет, нет. Гонорары гарантированные по 300 тысяч были. И плюс еще там со споров ребята выиграли прилично. Ну, я думаю, где-то по 600, по 700. Реванш имеет смысл организовывать? Не знаю, пусть люди, зрители решат, пусть ребята решат. Если готовы, можно раскачать эту историю. Но ситуация же неоднозначная. Действительно, один очень крепкий, подбородок и голову имеет, а другой волевой дух. И я больше, чем... Ты у меня главный герой сегодня. Я больше, чем уверен, что... Амиран... Да ты заебал! Необдуманное решение Амирана содрогнуло его кошелек. Нахуй, в другую сторону. Я заработал. Банкрот, блядь. Да, дядя Вася. Шоу закрыл, денег нет, блядь. Да ну вас нахер, блядь. Дебил, да.